Уже третий год Чувашский государственный театр «Кукол» активно участвует в реализации федерального проекта «Культура малой родины». Под занавес уходящего 2020 года творческий коллектив выпускает две премьеры «Три толстяка» и «Серебряная копытца». С 2017 года в репертуарной афише театра появилось 9 новых спектаклей по произведениям русской и зарубежной детской классики, национальных авторов и пьесам современных драматургов. В этом году настроена русскую классику с использованием современных технологий. В рамках проекта «Культура малой родины», уникальнейшего проекта, который развивает именно детские театры, мы поставили приличное оборудование, а его нужно правильно использовать. А почему «Три толстяка»? Мы решили совместно, чтобы мы отдали эту тему приглашенному художнику. И проект «Культура малой родины», он и рассчитан на то, чтобы мы имели возможность приглашать маститых, очень известных в нашем мире, ну, в данном случае, кукольном мире, режиссеров. Это не мастера, это маэстро. Антонина Добролюбова приехала в нашу республику из города Южно-Сахалинска. Сказка «Три толстяка» Юрия Леши, по мнению режиссера, современна, как никогда. Хотелось вернуться к гению, хотелось поговорить, подумать о нашей жизни, о наших взаимоотношениях, о том, все ли мы делаем правильно, когда смотрим в глаза друг другу, когда мы общаемся друг с другом. Ну, вот какие-то общечеловеческие, такие вечные законы, которые мы незаметно нарушаем. Это все есть в «Трех толстяках». Театральная версия, которую мы предлагаем, она немножечко отличается, конечно же, от произведения, потому что это наш взгляд, это мы предлагаем вернуться к книге, чтобы ее прочитать, чтобы ее посмотреть по-новому. Актеры Чувашского театра «Кукол» рады получить новый опыт. Работа с режиссером с другого вообще как будто бы континента, с Сахалина, это просто неимоверный опыт, потому что такого плана постановок, ее, так сказать, ее особенность постановок театральных для нас это впервые. И учитывая масштабность самого спектакля, учитывая масштабность «Кукол» и истории, для нас это просто восхитительное событие, восхитительный опыт. И мы с горящими глазами, с радостью взялись за работу. В честь 75-летия кукольного театра 25 декабря состоится премьера второго спектакля «Серебряная копытца». 3D-эффекты, специальные световые технологии, куклы с особой системой управления. На сцене разыграется удивительное действие. Люся! Ась! Люсь! Ась! Иди сюда, иди! Что такое, а? Люсь! Ну что? Ну погляди туда! Что там? Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, Республика.